Требуются перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вирусом, бактериям, хотите представление, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Понедельник, в Самарской области пасмурное небо и снег, днем 12-14, ниже 0, ночью минус 14, минус 16 градусов. Северо-западный ветер, скорость 1,3 метра в секунду. В Сызрани тучи и снег, днем минус 10, ночью минус 12 градусов, северо-западный ветер 1 метр в секунду. В Тольятти пасмурное небо, небольшой снег, днем минус 12, ночью 14 с минусом, ветер северо-западный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, осадки в виде снега. Днем минус 14 градусов, ночью 18 ниже 0. Ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.